Ничего себе. А завтра мы еще сможем мороженое? Угу. Ничего себе. Каждый день был день. Разных цветов. О, давай. Сегодня на канале для детей. Мой канал называется Соня Роза. И я сегодня буду делать мороженое. Нам понадобится 3 банана. Вот такой нож, и такая тарелочка, и вот такая вот кисточка. Очищиваем шкурку. Это голубая спирулина. Синим мороженое сделать. Натуральный синим краситель. Синим мороженое. Натуральный краситель. Угу. И краситель. Из чего? Из фиолетовой картошки. Это из фиолетовой картошки. Угу. Так, что делаем первым делом? Первым делом ложим бананы все вот сюда. Давай. Сейчас мы нажмем на эту кнопку и будет дрессериться. Теперь нужно добавить кокосовое молоко. Сейчас мама мне его откроет. Пару ложечек. Пару ложечек. Тут же есть ложечки. Ну ладно. О, какое мороженое получается там внутри. Ну-ка еще давай. Ну-ка пробуем. Угу. Такая вкуснятина. Добавила половину. Так, а теперь мы, я сама ложечку добавлю, это голубая спирулина у нас. Это мороженое сделать синим цветом. Можно мне будет? Давай, перемешивай. Да, можно. У меня будет фиолетовым. Перемешивай аккуратно. Мне будет вкусно? Конечно. Перемешивай, перемешивай, хорошо. Похоже, сейчас белым. Вкусно? Все, готово. Мама голубое. Это твое вообще-то тоже. Небольшие. Раз. Два. Теперь смешиваем. Ничего себе. Из банана, кокосового молока и натуральных красителей. Все, да? Канал, проект закончен. Соня, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, еще встретимся. Бе! Приятного аппетита, да? Да. Давай запланируем план, как сделать домик кафе.